Добрый день, дорогие друзья. Я прежде всего хотел бы выразить радость в связи с тем, что форум по такой исключительно интересной теме «Интернет для молодежи», возможности и риски проходит здесь, в стенах нашего университета. В настоящий момент времени цифровая реальность – это реальность наших дней, то, в чем мы сегодня все живем. Помимо самостоятельной цифровой гигиены и самостоятельной осознанности, безусловно, вырабатывается ряд регуляторных мер, которые призваны регулировать среду интернет и максимально делать ее безопасной. С каждым годом количество деструктива, негатива, кибербуллинга становится больше. Какое должно быть регулирование? Я приехал сюда, чтобы узнать мнение самих студентов и тех экспертов, которые были на форуме. Мы этот диалог продолжим. Форум, который сегодня проходит в МГИМО, его запустил. Благодарен коллегам за приглашение. Интернет становится площадкой для целого ряда деструктивных явлений, в том числе направленных на детей и на молодежь. И сегодня наша задача видится в том, чтобы как-то правильно сориентировать молодежь на то, чтобы завтра были выработаны правильные, объективные, адекватные в современной ситуации гарантии, собственно, развития этого института. Форум очень актуален на сегодняшний день. Организация форума мне очень понравилась. Я приехал сюда рано утром и был полностью поглощен атмосферой самого мероприятия. Этот форум включал в себя даже мероприятия на английском, и это было особенно приятно, учитывая то, что МГИМО все-таки международный вуз. У нас были просто потрясающие спикеры сегодня. Нам удалось собрать настоящее комьюнити, которое действительно горит целью обезопасить интернет-пространство для молодежи, а также показать им различного рода возможности и перспективы.